Всем привет! Собралась на прогулку. Сегодня еду в другой район, где-то час езды мне, или даже больше, чем час, к подруге. У них там красивый парк. Еще какой-то, она говорила, парк открыли. Погуляем просто. Но подруга моя не знает, что я снимаю для Ютуба, поэтому ее, возможно, я снимать не буду, чтобы ее не шокировать. Вот так курточку полегче одела. У нас сегодня плюс 13, вроде как бы, может даже и жарковато будет. Но ветерок такой прохладненький. Время сейчас 10:30. Пока доеду, нормально будет. Сейчас диван соберу, а то забыла собрать. Так что до встречи в парке. Я, короче, вот так вот эту песню включу, а соображаю, что у меня телефон. Я, короче, вот так вот руку. Ей рассказываю, говорю, что сейчас, говорю, вообще натуральные, говорю, не купишь. Какой-то, на какой-то шерсти, я со стоит, говорю. Она, я себе длинные, говорит, такие. Короче, куда идем? Сюда? Сворачиваем. Да нет. Видимость надо создать. Снять сквер твой. Сквер или парк? Сквер или парк? Парк? Ну это надо на листья распустить. Ну да. Ага, музей славянской культуры. Но, наверное, сейчас не работает. А, да. Имени Константина Васильева. Смотри, какие деревья интересные, да? Вообще такой этот пенечек. Класс. Красивые. Озеро. Что там, чайки, утки, да? Жалко, лебедей нет. Есть лебеди? Там, в том, да, если привезли. А-а-а. На лето, наверное, привозят, может, на зиму. Чайки. Рыбку ловят. А вон на той стороне, смотри, утка такая оранжевая, красивая. И вот вторая плывет, смотри. Да, ну потом мы потом посмотрим, потому что они поближе подплывают. Да, вот оранжевая уточка, там вторая. Вон там вот люди живут в тех домах. Свеличу. Вот. Рыбку ловят. Дальше погуляем, обойдем полностью. Но полностью его, конечно, не обойдешь. У нас сегодня такая прогулка в парке. Лену не снимаю, она не хочет. И не догадывается, для чего я снимаю. А вот еще домики, тоже люди живут. Сейчас увеличу. Да, домики. Хорошенькие домики. Очень даже. Здесь люди живут. В парковой зоне. Класс. Вот тоже люди живут. Вот такой вот парк. Листья после зимы не убирают.
делали. Вот пошире. Как-то и вот этих тут я не знаю. Мы сейчас, наверное, вокруг пройдем, да? Ну, вокруг вот так. Идем гуляем. По парку. Лена мне показывает свой парк. Это мы прошли конюшню. Лошадок нет. Они, видимо, там, в этих вот загонах. Канал пустой, без водички. Так, выходим на центральную аллею. Как водопадик такой. Как удочная станция здесь вот большая. Летом здесь катаются на лодках. Это водопад. Бьется. Да. Такой как шлюзик, водопадик. Уточки оранжевые. Ленка рванула вперед. Рванула вперед. Народ гуляет, хотя будничный день. Не выходной. Народу хватает. Выходной, конечно, при хорошей погоде здесь намного больше людей. Здесь как-то грязненько. А здесь как-то грязненько, да? Ну да. Не почистили. Веселые грибочки. Детская площадка. Как обычно, качельки. Мостик через канальчик. Ищем лавочку, где бы нам плюхнуться, посидеть. Немножко отдохнуть. И уже так птички поют. Вообще красота. Скульптурки. Классные. А, да. Иванушка и Аленушка. Вот он, Иванушка. Вот сидит, пригорюнился. А это Аленушка. Что-то какая-то Аленушка. Здесь плюхнемся, да? Тебе посоветовала съездить, знаешь, куда? Потом пойдем с ним. Куда? В какой Илья Муромец? Там дальше идет. Нет, не подписываюсь. Может, сфоткаешь меня возле этого дядечки? Водичка бежит. Имитация такая. Ой. Кофейня. Леонозовский парк. Мы сейчас куда? На выход? Надо увеличить. Вот. Ага, скульптура такая сказочная. Еще только пробуждается, он какие-то цветочки синенькие начинают цвести.
Я же говорю, да, нормально тебе, говорю. Тебе друзья даже звонят, может, совет какой дашь, а ты, блин. А у него...